Актриса, певица Диона Домикова и актер Максим Щеголев. Телефон возьми, дай! Время там еще много, нормально, нормально. Это медленный танец. Класс. Дадите визитку, пришлю видео. Так. Не. Одну дали. Художник. Декоратор, бутафор, самый главный. Гильдии бутафоров. Вот. ААС. Хаджоев, что-то такое вот. Двухмерный код или что? Ну да, QR-код. Обменялись. Знаете, вы похожи на одного актера, который снимался в «Старте». Он такой там. У Брунова была там, он снимался там, Брунов, вторая часть, «Шлюхи в грязи», что ли, вот что-то такое там, вот этот сериал такой. И вот там такой мощный вот товарищ такой, он играл тело, на самом деле, да, он, да, вот он был телом там, что-то такое. Ребят, то честно, я бы сделал комплимент, но я вас не видел ни в одном сериале. Почему-то. Особенно. Вы еще можете пойти по сериалу. Без слов. Извините вас. Вы в театре? Или как? Я в театре, в театре мюзиклов. В оригинале люблю. В оригинале? Да. Да, да, вот тот, вот самый. Да? Но когда перевели «За ночь с тобой», как там русский перевод? «Я все отдам за ночь с тобой», да. А на самом деле поп говорил: «За голое тело под платьем я отдам все». Я понял, это русский вариант не идет. Направо, пожалуйста, все вместе. И вдвоем просто приостаньте, пожалуйста. Поем. Важно. Пол сантиметра на право, пол шага вперед. Певица, актриса Дарья Антонюк и продюсер Анастасия Перова.